Полнолуние 19 февраля. Видите, какой рисунок на Луне? Каждый тут увидит свое. Еще его называли суперлунием, потому что Луна близко подошла к Земле и казалась очень большой, особенно когда она только встает над горизонтом. Так что делайте стоп-кадры, рассматривайте. Луна очень на нас всех влияет, потому что она близко к Земле подходит и изменяет физиологию человека.